Оригинальный кекс из самых обычных продуктов и плитки шоколада. Благодаря натертому шоколаду, текстура кекса напоминает муравейник, откуда и следует название. Порадуйте своих близких вкусной выпечкой. Одной плитки шоколада хватает, чтобы добавить в тесто и приготовить глазурь. Кекс получается не только вкусным, но и нарядным. Поэтому его вполне можно подать на праздничный стол. Если вы найдете в магазинах мелкую шоколадную посыпку, то для добавления в тесто можно использовать ее. А теперь расскажу подробно, как приготовить муравьиный кекс. Подготовьте все основные ингредиенты. Шоколад разделите пополам. Одну половину натрите на мелкой терке. Венчиком или ложкой аккуратно вмешайте в сухую массу. Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте со щепоткой соли до мягких пиков. Затем добавьте 1 дробь 4 сахара и взбивайте до крепких пиков. Уберите в сторону. Остальной сахар взбейте с размягченным сливочным маслом, продолжая взбивать, добавьте желтки. Взбивайте до однородной массы. Лопаткой движениями снизу вверх, вмешайте белки в масляную массу. Затем аккуратно введите сухую смесь. Сделайте однородное тесто. Форму смажьте растительным маслом. Силиконовую я не смазываю. Выложите тесто. Выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов. Остывший кекс достаньте из формы. Оставшийся шоколад разломайте на кусочки, добавьте растительное масло и по 1 столовой ложке вливайте молоко. Держите на водяной бане и постоянно помешивайте. Когда будет нужная однородная масса, полейте кекс с помощью чайной ложки. Когда глазурь застынет, можно подавать к столу.